Уважаемые зрители, я нахожусь недалеко от города Волгограда. Это прекрасная старица реки Волги, наполненная рыбой, лодками и рыбаками. В этом прекрасном месте среди дубовых дубрав небольших, таких симпатичных, различных красивых деревьев, окрашенных в желтые цвета осени, я начинаю тестировать ландшафтные достоинства двух специфических изделий фирмы Лейтс. Один – это объектив 50 мм, самый лучший на сегодняшний день. Тот самый апохромат, асферик с начальной диафрагмой 2. И камеру Leica SL2 модификации S. Поэтому вы сегодня сможете насладиться удивительными зрелищами. Ее нет у меня в руках, потому что именно ей и производится в том числе и видеосъемка. Мы продолжаем испытание объектива Summicron 50 мм, апохромат, асферик, в сочетании с камерой Leica SL2 с индексом S. Ну, для объектива, для любого, даже с такой светосилой 2, кажется, всего-навсего, борьба с переотражениями внутри конструкции очень важна. И вот на таком ярком утреннем солнце, на фоне яркого выбеленного ствола дерева, я думаю, что его лучшие характеристики должны проявиться. Ну, мне так кажется. Посмотрим на результаты. Мне кажется, объектив Summicron 50 мм с этими проблемами очень легко справляется. Мы продолжаем наши опыты с испытанием объектива APO Summicron 50 мм с начальной диафрагмой 2. Но любой фотограф знает, что ничего более отвратительного, чем пятнистый лес, то есть подлесок, в лучах яркого солнца, испещренный светлыми и темными пятнами, ничего более пакостного представить себе нельзя. Ну, потому что выделить что-то сложно, объект рассматривать неудобно, зрение все время рассеивается на какие-то яркие пятна. И вот такие конструкции, хотя и привлекают внимание, но обычно очень плохо получаются. Поэтому это хороший тест для объектива. Вот вы сами видите, как он работает в видеорежиме в таких условиях, на ярком солнце. Ну и то же самое тут же можете посмотреть и в фоторежиме. Разница существует, потому что движущаяся картинка создает больше иллюзий, чем статичная фотография, которую можно рассмотреть. Мне кажется, и здесь Summicron показал себя с самой лучшей стороны. Мне в каком случае нравится. Осенний утренний свет создает условия и для проверки работы объектива против света. В данном случае солнце у меня практически за спиной. И объектив
получает избыток света. Естественно, мое лицо, куртка и вот дерево, оно все находится в тени. На этом контрасте всегда очень интересно посмотреть. А есть ли аберрации на краях там веточек? А есть ли проблемы с контурами объектов? Для объектива это очень критичная ситуация. Ну вот, побережье Волги, оно дает возможности найти любые сюжеты. И в этом, я думаю, как раз вы видите, как APS Omicron работает против света. То есть, насколько его эффективно можно использовать. Понятно, что было бы хорошо подсветить меня специальным осветителем, но я специально этого не делаю для того, чтобы вы смогли оценить его оптические возможности и технические возможности камеры Leica SL2. Мы продолжаем испытание объектива APS Omicron Aspheric 50 мм с начальной диафрагмой 2. Я должен сказать, что вот эти все красоты, которые вы видите, они появились не просто так. И вот те съемки Волги, которые сейчас будут на экране, с теми самыми бликами и переливами, с которыми так хорошо справляется этот объектив, они появились не на пустом месте. Это все произошло благодаря деятельности Алексея Петровича Абрамова, который пригласил меня в это чудесное место. Я ему бесконечно благодарен, потому что так бы я никогда не выбрался в такие дикие места на берегу Волги. Ну и по этой причине вы сейчас увидите несколько портретов, в том числе его, сделанных этим самым объективом в самых, ну как бы, неподходящих условиях. Ну, когда солнце блестит на голове, когда света явно не хватает, ни о какой постановке, конечно, речи не идет. Вот посмотрите на эти лица. Не каждый человек может позволить иметь себе такое выразительное, яркое лицо. Ну почему? Потому что когда на лице все написано, тебе легко понять. Это значит, что твое лицо отражает ту жизнь, которую ты прожил, те страсти, которые ты пережил. Поэтому богатство лица – это эквивалент богатства жизни. Ну, если, конечно, вы, так сказать, ведете интересный и содержательный образ жизни. Поэтому портреты вы можете оценить как более-менее приличный свет, хотя это все не постановочный, так и свет, так сказать, скажем, случайный, в зависимости от того, где человек оказался в момент съемки. Как видите, эта оптика позволяет решать такие задачи. Они очень плохо получаются, если с оптикой хоть что-то не так. Поэтому объектив в качестве универсального и даже портретника можно всячески приветствовать. Ну и под занавес надо же показать, как он работает в агрессивной социальной среде. И для этого были все возможности, потому что Алексей Петрович Абрамов пригласил группу «Несчастный случай», которая в небольшом деревянном здании дала прекрасный концерт. Ну, там известный затейник Алексей Кортнев, который изобретатель не просто форм подачи музыки и сюжетов, но и очень талантливый исполнитель. Он, собственно говоря, и является осью этой группы. Ну и к тому же, судя с моей точки зрения, наверное, неправильный, он неосознанный сторонник церебрального сортинга. Иначе бы у него среди его произведений не было такого шедевра, как «Девушка с острова Пасхи». Но это просто впрямую церебральный сортинг, причем целенаправленный. Это, конечно, шутка, но тем не менее, то, как работает объектив в столь смешанном и тяжелом освещении, вы можете оценить вот по фрагменту видео,
небольшому, ну и по паре статичных кадров. Все это слышно по радио, 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 радио. Мне кажется, это очень достойное изделие фирмы Лейц. По моим оценкам, может быть, слишком субъективным, это на сегодняшний день лучший объектив среди штатных оптических изделий, то есть с расстоянием с фокусным 50 мм и с фиксированным фокусом. Ничего пока лучше я в своей жизни не встречал. Хотя, может быть, я не все видел. Тем не менее, я рекомендую настоящим ценителям высокого фотографического искусства воспользоваться этим чудесным изделием фирмы Лейц. Может быть, вы получите те же удовольствия, что и я от испытания этой прекрасной оптической системы. На этом до свидания.